Необходимо воссоздать растровую картинку в векторе. Вот это растровая картинка. Ее пусть и не в один в один. Дошлифовку все можно делать. Нужно воссоздать. Вот. Тут у нас получается шрифт Santipur 2014 Devanagari. Транслит, значит, через силу. Вот. Это у нас получается слой Деванагари отдельно. Текстовка. Это должна быть вся русская текстовка. Ну, допустим, значит, берем вот этот слой. Ctrl-C, Ctrl-V. Размножили. Получается, мы заменяем. Следуя по возможности образцу. И. Дальнейшая окончательная там позиция, каждый миллиметр сейчас не важен. Важно в целом перенабрать текст. По возможности разделяя его по слоям. То есть, чтобы Деванагари отдельно, русский текст отдельно, вот каркас он отдельно. Вот, просьба воссоздать плакат.